Всем привет, друзья! С вами Алексей. Приветствую вас на канале по заработку на криптовалюте. Сегодня будем рассматривать акции от биржи AAX. Кто еще этого не сделал, пожалуйста, кого еще нету на сайте AAX на бирже, можете спокойно переходить по ссылке в описании, регистрироваться по моей ссылочке. Сегодня мы рассмотрим сразу три акции. Сегодня такое более-менее длинное видео. У меня тут есть календарь в канале, кто подписан на телегу, уже видел, но вот в календаре подходит к концу именно три таких соревнования. Это AAX 6 раунд, AAX фьючерс соревнования и AAX и LUX. Поэтому я решил сразу три раз смотреть, и все они заканчиваются уже 28 января. Поэтому у нас сегодня 26 на момент записи видео, я думаю, что сегодня его и выложу. В общем, у нас тут сразу три по порядку акций. Это шестой раунд сейвинг активности. Приглашают разделить 30 тысяч USDT. За первую подписку на сейвинге это можно получить 5 USDT. На топ сейвинге с API это процент в год до 60%, получаете 120 USDT. И активность 3 приглашаете друзей подписаться на сейвинге и разделите 30 тысяч USDT. Сегодня мы более подробно это все рассмотрим, покажу некоторые плюшки, сам попытаюсь положить сейвинг и, собственно, покажу, как это работает. Значит, к первой активности, которую мы только что посмотрели, если вы подписываетесь больше или равно, чем на 500 USDT, то есть это биткоин, эфир, USDT или USDC, которые суммарно стоят более 500 USDT, получаете 5 USDT. Под новыми пользователями понимаются пользователи, которые никогда не подписывались на сейвинг продукты AAX, и пользователи, которые зарегистрируются на AAX во время акции. Вы в это все попадаете, но все это дело, что 1000 пользователей, количество мест ограничено и распределяется в порядке живой очереди. Поэтому я думаю, что там еще места есть, но не уверен, поэтому не могу обещать. Совокупная подписка только для новичков, если более 100 USDT. 3 доллара, если только новичкам тоже более 500 USDT, получаете 5 долларов. Если подписываетесь на топ-сейвинги, вот видим, что если биткоин, эфир, USDT, USDC до 60%, сейчас я покажу страничку, как это выглядит, вот. Вот тут, например, то есть от 10 USDT до 300 USDT, но тут видим, что у нас есть определенные условия. Ну тут вот 8, да, то есть 2000 долларов вкладываете, 8 USDT и так дальше, если 100 тысяч долларов, 120 USDT. Более для больших депозитов, я вам напоминаю, есть у меня видео о сейвингах, ссылка будет в описании. Тут вы ложите под фиксированный процент, предоставляете свои токены или стейблы, или биткоин, там, бирже, да, и что-то получаете. Вот, видим, эксклюзив для новичков, даже 0.01 ETH. Все это мы рассматриваем в таком плане, что если у вас большой депозит и вы хотите, чтобы ваши стейблы, например, работали, вы можете использовать биржу AAX. Я об этом видео, ссылка в описании, подробно рассказал. Я вот отсортировал по наибольшим процентам. LUX Fixed у нас 150% в год под 7 дней. Я расскажу сейчас, как это работает, и покажу, я надеюсь. Поэтому об этом позже. Ну вот такая акция. Ссылка на акцию будет также в описании. Сможете подробнее почитать. Фьючерсный конкурс. Идем дальше. Я о нем написал у себя в Телеграме также заранее. Это еще было 24 числа. То есть у вас 5 USDT за первую фьючерсную сделку. Попадаете в рейтинги, разделите 20 тысяч USDT. Торгуйте каждый день и получите купон на 50 USDT. Тут, если ранее не торговали на фьючерсах, пополнить счет на сумму 100 USDT будут участвовать в торгах. То есть, если у вас сумма торгов, сумма покупки минус сумма продажи в период проведения мероприятия, смогут получить награду в размере 5 USDT. Мелкие такие конкурсы, ну и тут подробнее знакомитесь. Тут торговые объемы очень бешеные, видим, что награды тоже очень бешеные, если кому интересно. Я думаю, что для тех, кто халяву чисто забирает, то более интересна будет другая акция. Вот у нас есть такой фиксированный сейвинг LUX. API до 150%, 5 USDT за первую подписку. И видим, что
Если подпишетесь, то заполняете вот такую вот Google форму и опять же получаете 5 USDT. Ссылка на эту акцию будет также в описании. Я сейчас покажу, как это делается, что нужно сделать для этого. Сейчас я перейду непосредственно уже к акции. Немножко подвис у меня Telegram. Так, есть. Акс и Лукс. Видим, что опять же до 28 января. Что нам нужно сделать? Нужно иметь от 2 токенов Lux до 10 токенов Lux. И у нас 150%, но за неделю. То есть мы можем положить только на неделю. Как это сделать? Я не рекомендую покупать Lux по текущей цене. Видим, что его неплохо так пропампили. Но я попытаюсь все-таки купить себе две монетки. Вот. Вот. По рыночной цене, чтобы показать, как это работает. Так, заявка исполнена. Видим, что у меня в истории ордеров на Аксе появилась вот покупка, средняя цена 4.11.9 на 2 лукса. И теперь я иду, собственно, вот этот вот сейвинг продукт. Нажимаю кнопочку подписаться и максимум. Так, 2. У меня, видимо, сейчас пополнить. На сейвинг аккаунт надо закинуть. Ага, я недостаточно купил, лол. Ну, давайте. Ага, минимальный объем 2. Ну, немножечко зафейлил я. И не могу положить менее 2, правильно? Вот. Да, минимум 2 лукса. Я сейчас взгляну, что у меня тут есть еще. У меня Шайден, по-моему, был. Я не хочу продавать Шайден. Сейчас я взгляну. У меня тут копейки какие-то на Аксе есть. 2 USDT. Биткоина немного. Сейчас скрыть маленькие балансы. Почему-то не скрываются мои маленькие балансы. Странно. Ну, давайте я найду. У меня где-то тут Шайден был и GM, по-моему, был. Вот, GMEE. Давайте я попробую торгануть его. Я не уверен, что это получится. Но все-таки я хотел показать от начала до конца. Ну, давайте продадим по рынку. Это, кстати, тоже мы получили по акции. Поэтому есть заявка исполнена. Теперь нам нужно купить лукс. Лол написал, да, именно так. Действительно, лол зафейлил очень сильно, потому что мог сразу все правильно сделать. Так, купил я себе лукс. Я это чисто показываю, не призывая, опять же, к тому, чтобы это все делать. Поэтому я просто покупаю, показываю, как это работает. Больше это для тех, кто холдит лукс, верит в него. Я лично с этой монетой не сильно знаком. Поэтому, ну, не призываю к действию. Опять же, если вам интересна вся эта штучка, я просто, ну вот видим, что я получу 0.08 лукс бесплатно и еще получу 5 долларов. Поэтому я думаю, что лукс не упадет до такой степени, что я прям все потеряю, даже то, что заработаю. Вот, видим. Проверить подписку. И вот у меня лукс появился. Вот этот вот. Теперь заполняем Google форму. AX User ID. Ну, давайте напишу тут Карура. Какой мне интересен еще токен, да? И я сейчас зайду на AX. Я гляну свой User ID. Вот он у меня. Заполняю форму и, по идее, я должен получить потом 5 USDT. Вот. Собственно, подписался на сейвинг, все четко. У меня видим, что я вкладывал 12 долларов. Я думаю, что, ну, там какие-то копеечки, вот какие-то там 30 центов должно прийти по текущему курсу. Ну, будем надеяться, что все-таки лукс у нас не будет падать. Но опять же, вот этот спрос, он вызван, наверное, тоже вот этими сейвингами. Но если чисто для акции, то получить 5 долларов за то, что вкладываете 8, потому что вы могли вложить 2 монеты, а не как я там почти 3, потому что я неправильно купил изначально, заплатил комиссию именно поэтому. То, в принципе, все выглядит неплохо. То есть 5 долларов, мелкая прибыль для тех, кто на акции еще не был, да?
То есть, опять-таки, фишка, мне даже писали в комментариях, что показываю такие для новичков крутые фишки. Вот одна из этих фишек, да, тут немножечко сложновато, но опять же, если в рамках акции вы подписываетесь, то у вас получается, что, ну, видим, что тут всего 1000 заявок, по-моему, или это, нет, тут нет, тут без лимит. 5 USDT получаете за то, что покупаете на 8 USDT. То есть вы и токены какие-то купили, да, которые теоретически могут еще вырасти, будем надеяться. Ну и помимо этого вы еще и получили стейблы, да, потом период подписки закончится и забираем, смотрим по какой цене, даже если она минусовая, там по 3 доллара, продаем эти две монеты, забираем 6 долларов, прибавляем 5, все равно получается 11, больше чем 8. Конечно, если так получится, что 2 лукса будет стоить, я не знаю, мы вложили 8 долларов, если они будут по 1,5, а не по 4, то тогда получится в 0. Но я в это слабо верю. Поэтому акция классная, вообще 150% это тоже круто, неплохо. Но всего лишь на недельку, напоминаю. Поэтому, ну, как-то так. Так это все работает. Все ссылки в описании, ребят. Есть подробное видео, как работает сейвинг. Также все эти акции от Аакса будут также в описании. Не мог это пропустить, потому что скоро заканчивается. Считаю их неплохими для тех, кто там интересуется фьючерсами и так далее. Сам на фьючерсах просто не торгую или торгую за редким исключением, поэтому на Аксе пока не торговал. Ну и видим, что тут можно пригласить друзей, которые подпишутся на сейвинге, вы можете получить акции. Также у Акса классная реферальная программа, и там тоже можете почитать подробно. Вот если в реферальную программу зайдете, там еще есть реферальный конкурс на 50 тысяч USDT. Ну, видим, что можете получать бонусы. Тут написано, какие условия. Вот если приглашенный пополнит счет на 100 USDT, приглашенный и пригласитель по 2 USDT получат. То есть, если даже вы по моей ссылке сейчас зарегистрируетесь, будет вот так. Если в течение 15 дней, ну, после регистрации фьючерс операция на более 500 USDT, то приглашенные и пригласившие могут получить вознаграждение 3 USDT. То есть и вам, и мне. Если приглашенный завершит Fixed Savings, но Fixed это определенный раздел сейвинга, да, я не хочу уже возвращаться к сейвингу. За исключением выкупной части в течение 15 дней, приглашенные и пригласившие могут получить по 5 USDT. Ну, 30 дней на сумму 1000 USDT по 5, и приглашенный в течение сейвинг в течение 30 дней, приглашенные и приглашающие могут получить вознаграждение в размере 5 USDT. То есть вам такие дополнительные плюхи, если интересно, то ссылочка, конечно, находится в описании, и видим, что тут разные. Первый бонус, вот, возврат 20% комиссии, возврат 20% комиссии за фьючерс торги, возврат 5% от Fixed Savings и разные такие приколы. Это все для тех, кто зарегистрируется, пройдет KYC и определенные действия сделает. Ну и тут подробнее можете уже почитать. На этом все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал обязательно, показывайте его друзьям, обязательно подписывайтесь на телегу, на инстаграм. Я всех вас очень жду, очень рад вас видеть, очень рад, что канал растет. Все ссылки будут находиться в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.